единственное, которое прочитал, это «Чернобыльская молитва». Если честно, то я буду читать впервые. Мы белорусы, и мы повинны ведать нашу мову. Сам Бог велел, как у нас наш Нобелевский лауреат основал на белорусской мове. Ну и, конечно, мне хочется, как мои дети читали Светлану Алексеевичу народной мове. У нас есть официальный ответ, который говорит следующее, что в Гродненской области в достаточном количестве книг Светланы Александровны, и они отказываются от дара Белгазпромбанка. Сегодня хочу повиншавать тех, без кого цудовный, когда свою утопию не выбор мячшима, а так само у всех белорусов за выдатную мачимость прочитать роман исповедзе Светланы Алексеевич народной мове. И, конечно, великий дякую самой спадарине Светлане за ее творы, за, по воде слова Нобелевского комитета, полифоничное сочинение «Помник покута и мужности в наш час». Дякую. Я, к сожалению, должна признать, что мои книги не история, они не о прошлом. К сожалению, мы еще вот бьемся в тисках этого прошлого. Прошлое оказалось не позади, а впереди нас, поскольку в 90-е годы мы не сделали то, что должны были сделать. И в результате получилось опять вот ощущение поражения. Но никакие авторитарные власти, никакие старые идеи не вечны. Жизнь движется, и никто не может победить ни биологию, ни время. Так что время за вами.